Тука Children's Home – детский дом в Бирме. Несмотря на трудное военное положение в Бирме, наши дети находятся в безопасном месте. Но все школьные и библейские занятия они выполняют, не покидая здание детского дома. В начале апреля было открытие нового церковного здания. После праздника посвящения для молодежи был сделан евангелизационный кемп. Дети из нашего детского дома провели прекрасное время с молодежью из разных регионов Бирмы. The Love of God Safe Home – детский дом для девочек в Непале. Раз в полгода девочки из детского дома проходят медицинское обследование. Школьное обучение в Непале до сих пор проходит онлайн. Все дети счастливы и заинтересованы в изучении английского языка, так как это откроет им большие возможности. Кроме этого, дети с большой радостью ходят в церковь и воскресную школу, ведь там они нашли много друзей, узнали об Иисусе, научились молиться и многое другое. Недавно одна из сотрудников детского дома повредила ногу. Взрослые были удивлены, как девочки единодушно молились за ее исцеление. И слава Богу, их молитва была услышана. Дорогие друзья, спасибо вам за вклад в жизнь этих детей. Да благословит вас Господь! Thank you.